после холодного клея. Вот здесь вот складочка. Вот она. Вот она складочка. Вот она шишка. Ну и тут тоже надо развязывать ее. Самое неприятное, что вот здесь потрескалось. Пытаюсь здесь приклеиваться, собака отклеивается. Надо-то тянуть вот это вот ребрышко, она не держит. Но здесь чуть натянул, и почему-то все равно зажато. Тут надо вот это вот дело развязать. А тут не хочет держаться, отклеивается, как не клей. Вот складка. Вот здесь под ребром складка. Я пытаюсь ее давить, выглаживать. Тут оно треснутое было. Не выдергивается. Здесь, вот здесь. Оно как зажатое. И надо выворачивать наизнанку, получается. То есть у меня так, а надо, чтобы было вот так. Тут-то она сферой, крыло. Вот как-то все это очень некрасиво. Ну, в общем, на 3 с минусом уже получилось. Вот это тут еще, вот это место, тут заломчик, надо еще поковырять. В общем, работаю я над этим. И потом надо будет доколоть, чтобы везде вот такая шагрень была. Здесь еще пожевано сильно. Вот так сейчас выглядит крылышко. Дефектовочный экран. Теперь ставим поперек. Идет сборка авто. Завершающий этап. Вот он итог. Насколько возможно все выправил. Сейчас еще на улицу надо выехать. Машина, он, как мы видим, вся чистая. Как сказал хозяин, с 9 мая не мыл. Но опять же, тут вопрос стоял не на выставку, а просто сделать, чтобы было аккуратно. Как просили, так и получилось. Я показываю со всеми, как говорится, косяками. Что как есть. Что смог, то сделал. Здесь пришлось подкрасить. Не стал я здесь накалывать больше, потому что есть вероятность, что краска могла и отсюда лопнуть. Так-то оно не видно, глаза не бросается. Так можно надавить, сделать ровно и треснуть краску. Лучший враг хорошего. Да, здесь нюанс остался, но ничего страшного. Видно, что тут не додавлено.
Ну, так, в общем и целом, крылышко удалось спасти.